Я маленький ебёночек. Иглаться. Иглаться надо, да? Иглаться, да? Да, иглаться, да? Ебёночек, да? Иглаться. Надо иглаться, да? Да, иглаться. Оу, иглаться надо, да? Да, 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 да. Иглаться. Ой, я маленький ебёночек. Иглаться. Иглаться, иглаться. О, там. Иглаться. Надо иглаться. Я маленький ебёночек. Иглаться. 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 О, лесенка, лесенка. Есенька. Забираемся по лесенке. Я маленький ребёнчик. Играться. Играться. Блять. Высоковато будет. Ну, я маленький ребёнчик. Играться. Фу, я пройду, да? Пизда. Ладно, играться. Я маленький ребёночек. Ой, пизда, ну сейчас нахуй, блять, сука. Иглаться. Иглаться. А, я маленький ебёночек. Иглаться. О, центр яйная лесенка, да? А, пизда. Иглаться. Хуй тут пролезу, да? Не, нормально. Нормально. Горочка. Минет бесплатно. О, а справа более чем 100 рублей. Дорого. Я маленький ребёночек. Йой, форева. Это мое. Я форева понимаю. А минет справа там не. Не. 100 рублей дорого. Дорого. Даже если... Я ой, forever. Ой, господи. На, я обнусь, блять, сука. Пизда. А, маленький ебёночек. Играться. Пизда, да. Пизда, сука. Хуй пролезу, да, блять, пиздец. Пизда. Не, уже все. Не пролезу, да? Там крупный был, да, вход такой, да? Вот тут. А я хуй пролезу, да? Ну и пизду, блядь, идет. Ну, я маленький ребёночек. Игьется, да? Игьется, о. Лабиринтик, о, пиздец. Пиздец, лабиринтик. Побежали так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот, тупичок. Хоп-хоп-хоп, тупичок. Хоп-хоп-хоп, дорожку вышли. Нормально, нормально. 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 О. О. Every good. Пиздец. Пиздец, да? Хоп. Да. Охуенно, блядь. Играться, блядь. Ой, сука, блядь. Стакан попал под ногу. Ну, охуенно, блядь. Играться, охуенно, блядь. Я маленький ребёночек, блядь. Охуенно играться, блядь. Ой, охуенно. Горка-то, блядь. Пизда, блядь, осьминога. Вот этот топ захуярился вот отсюда. Вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот это хоп-хоп-хоп. Хоба, блядь, в лужу, блядь, в деревяшку с жопой. И в луже пизда тебе, блядь, полнейшая. Во. Охуенно. Играться. Во, охуенно играться, блядь. Пиздец. Для СВОК сервис, блядь, пизда. Осьминога. Охуенно играться, как ты. Маленький ребёночек такой. Охуенно играться вообще.
Так, я маленький ебёночек. Я должен играть, да, в эту хуйню увидел, вообще пиздец. Ёб твою мать. В общем, твою бабушку за ногу дернуть два раза, а третий еще за другую. О, я должен играться. Ребеночек, я должен курить уже пиздец. А, пизда. Ох ты, ёб твою. Терпеть ненавижу такое. По веревочке иди, а то навернешься, да, вот. А вот хуй она тебя удержит, если ты навернешься, да? Потому что ты не школотронец. Ну я маленький ребеночек. Для меня это хуйня. Ой, ёб твою мать. Цепи. Вот помню, у фурфагов такие цепи есть, да? В домах они себя привязывают, да? К поилке, да? И анальным рабом делают. Фурфаги. Вот. Вот такие вот замки у них есть, да, на цепях. У фурфагов, да? И у БДСМщиков. Вот. Но я маленький ребеночек, мне такое непонятно. Вот, пошли дальше. Пиздец, да? Я маленький ребеночек. Это чё? Я тут не спущусь, я тут навернусь. Извините, у меня ловкость нет. Я ловкость не прокачал. Ой, господи. Боже мой. На веревочке она прогибается каждый раз. Я не уверен, что пройду. Моча течет по штанине. Описался. Описался. Ёб твою мать. Я уже описался. Ёб твою мать, шатается. Ёб твою мать. Ёб твою мать, а. Чуть не описался. О, господи. Боже мой. А вот там вообще, смотрите, видите? Вот отсюда надо подняться, по лестнице перелезть. Пиздец. И вот туда вот там можно спуститься. Вот. Или вот так вот перелезть по этой сетке и туда, в трубу. На четвереньках по... Пизда, осьминога, блядь. Нахуй я сюда зашел. Все, вылази отсюда нахер. Я че, ты ебанутый, что ли? Все, я такое не могу, страшно мне. Мне страшно. Такое, аккуратнее. Аккуратнее отсюда уходим, страх, ужас какой-то. Не, не знаю, меня пугает эта горка, если честно. Несмотря на то, что маленький ребеночек и хочу играться, мне до ужаса пугает вот это все. Потому что это ужас. Ужас и кошмар, это невозможно. Я не могу такое терпеть. Как вот эти дети вот тут лазят, вот здесь. Они правда могут вот здесь залезть, да? Я вижу, вот тут содран, то есть, да? Доски. То есть они реально могут тут залезть или съесть. Более того, я скажу, они вот реально вот здесь вот могут залезть, вот здесь вот. Но это самые прошаренные, да? Могут взять вот тут руками схватиться и вот тут по коленям залезть вот тут вот наверх. Вот, это вообще пиздец. И более того, тут залезть, да? Тут, наверное, только спуск, да? Вот по этим доскам я, наверное, только спуститься смог бы. Вот. Ладно, мне надо играться там. Я еще пойду кое-куда. Мы тут еще одно не тестировали никогда в жизни. Ну, тут, конечно, я не мог не залезть бы и не слезть. А, мы еще кое-что не тестировали никогда в жизни, вот. Но это, по сути, однотипное, то же самое. Но оно будет посовременнее чуть-чуть. Вот. То есть, когда ты строишь горку, проектируешь, ты должен понять, что родители, если что, могли бы тоже пролезть туда, да, зайти и пройти. Потому что если нет, нахера ты это делаешь? Ты что, дебил, что ли? Ну я маленький ребеночек. Я хочу гаться. Не, вот это мелкое, да? Для меня. Вот это побольше. Пойдем на мелкую. Я маленький ребеночек. Я хочу кататься по горочке. Ой, телефон расшибу. Мне страшно. Ой, сучка. Вот гандон, блядь. Ты. Гандон, кто это придумал? Как я смогу вот тут сесть, да, если я не маленький ребеночек? И ведь я хочу кататься, я захочу кататься, да? Горка хорошая.
хорошая, красивая. Вся такая наезженная, да. Крутая. А я хочу кататься, как я тут проеду-то, блядь? Чё, дебил? Не верит мне, что я маленький ребёночек. А вон, без ограничителя. Вон, наверное, то и покатаюсь, наверное. Вот сюда просто дают для обзорчика. Ёпта, блядь. Москва, Гриша. Вот. И там тоже самое, видите, вот хоп. Вот эти мастики, да, палка там такая. И с этой стороны тоже самое. Вот такие вот перегибы, да. И там просто опять горка, да, спуск. Это хуета. Маленький ребёночек не хочет кататься на такой хуйне, блядь. Понял? Понял. Нет? Да? Нет? Нет. О, горка-то, блядь. Тут просто сорвали, тут какие-то школьники катались, типа меня. Долбоёба. А они сорвали тут, короче. Ограничитель, я тут могу теперь кататься. Потому что я крутой. Я крутой. Да. Во, трубы тут, да, вот эти вот все. Все однотипные, ничего нового придумать не могут. Господи, боже мой. Мостик из веревок. Ёбаный ты. Кибастут, я не могу такое, мне тошнит. Мне тошнит. Страшно, блядь, пиздец. Страшно. Не хочу. Я не хочу, извините. Простите меня, господа. Я на горке не хочу кататься. Не хочу, нет, не буду. Не буду, нет. Не буду, не, не буду, не буду, не буду. Не хочу. Не хочу, не буду. Пошли все нахуй. Я. Ебаный дед. Охуеть. Не встать. Все. Все, поиграли, хватит на самом деле. Все, пизду. Все, тебе штаны мыть. Шмыть и стирать. Охуеешь, да? Дети катаются, да? Пизда, блядь. Нет, это ошибка круто. Это должно быть запрещено. Это как американские горки. Это должно быть запрещено, я не могу. Пиздец, чуть. Чуть бы за ночь тебя не свернул нахуй, блядь. Пизда, блядь. Осьминога. Ой, в общем, пока, да? А я устал от этой хуйни. Пока, господа. Тушите вы свет, да? 4 часа утра, все-таки пора вам спать.